Коврове из-за возгорания пришлось эвакуировать жителей высотки. На улице маршала Устинова загорелась 14-этажка. Очаг возгорания находился на балконе 6-го этажа. По задымленному подъезду на улицу вывели 50 жителей высотки. В результате обошлось без пострадавших. Возгорание на балконе могли вызвать искры от сварочных работ, которые проводились этажом ниже. По предварительной версии, причиной пожаров послужило несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ жителями на нижнем этаже. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Сгорело имущество, находившееся на балконе.